Добрый день! С вами Сусов Алексей, и это ваш личный эксперт в электронике Kult.ru. Сегодня мы поговорим об акустических кабелях. И к концу этого ролика вы будете понимать, что это такое, чем они отличаются и сколько будет стоить подходящий вам кабель. До нас вы знали, а теперь узнаете. О том, влияет ли на звук акустический кабель, будут вестись горячие споры. Однако в далеком 1976 году шведская компания Supra изготовила первый кабель специально для подключения акустических систем к усилителю. К слову, многие революционные изобретения принадлежат Швеции, такие, например, как пропеллер, английская булавка, разводной гаечный ключ или даже динамит. Так вот, после прорыва в акустическом мире начался настоящий бум по изготовлению акустических проводов. Изготавливают их преимущественно из меди, так как это наилучший проводник сигнала. И сегодня насчитывается более 30 именитейших компаний, которые занимаются производством этого вида проводов. Как же выбрать из такого гигантского ассортимента нужный нам кабель? Спокойно, без паники, сейчас во всем разберемся. Конечно, в коротком ролике мы не сможем осветить весь спектр этой гигантской индустрии акустических проводов, но мы обозначим несколько очень важных факторов. Сечение. Сечение кабеля – это, по сути, его толщина. Она важна и напрямую зависит от усилителя и колонок, которые вы соединяете вместе. Примерно картина выглядит следующим образом. Система мощностью до 15 Вт можно соединить кабелем до 1,5 мм сечения. Более качественные и хорошие колонки соединяются кабелем от 2 до 4 мм в квадрате. И уже Hi-Fi и High-End системы должны комплектоваться кабелем от 4 мм. Следующий фактор при выборе – это тип кабеля. Он может быть на катушках, который можно приобрести по метражу в нарезку, и готовый с разделанными наконечниками. Первый тип кабеля в нарезку используется при ремонте или строительстве. То есть, когда вам нужно заложить все необходимые кабельные трассы, вы рассчитываете, приобретаете, нарезаете и закладываете в стены. Здесь важно выбрать надежный бренд. Второй тип кабеля, разделанный, используется традиционно для стерео Hi-Fi систем. То есть, когда колонки стоят рядом с аппаратурой и нет смысла прятать их в стены. В связи с этим фактором многие производители делают эти кабели красивыми и презентабельными. Разумеется, эти два типа можно комбинировать. Конечно, в таком сложном продукте, как акустический кабель, есть масса технических нюансов, такие как содержание кислорода и примесей в меди, сопротивление кабеля, изоляция, которым покрыт проводник, да и сами моно- или многожильные проводники. Но всю эту науку вам не следует постигать. Ее за вас уже выучили квалифицированные консультанты Kult.ru. Стоимость акустических проводов напрямую зависит от стоимости оборудования. По опыту эта цена составляет от 15 до 25% от общей стоимости оборудования. Так, например, начальный шаг стоимости акустического кабеля в нарезку составляет от 46 до 500 рублей. Такой кабель подойдет для озвучки ландшафта, для подключения тыловых колонок, либо для системы мультиру. Следующий шаг – это кабель стоимостью от 1000 рублей. На него стоит посмотреть, если у вас более качественное оборудование. Готовые разделанные кабели чуть сложнее. Здесь есть ряд факторов, влияющих на стоимость. Это разъемы, материалы, из которых они сделаны, пайка, длина кабеля и так далее. Стоимость такого разделанного кабеля начинается от 2500 до 20 тысяч рублей за пару. Следующая ступенька начинается от 25 тысяч рублей и заканчивается примерно 100 тысячами рублей. Здесь уже речь идет о реальном влиянии кабеля на звук системы. Кабель стоимостью свыше 100 тысяч рублей подбирается сугубо индивидуально, уже под вас и под ваш Hi-Fi комплект. До нас вы слышали. А теперь услышите. Подытожим. Во-первых, сечение или толщина кабеля зависит от мощности колонок и усилителя. Во-вторых, выберите нужный вам кабель,
на катушках в нарезку или готовый с разъемами. И третье. По опыту стоимость кабеля составляет от 15 до 25% от стоимости всего оборудования. В любом случае, обратившись за советом к консультантам pult.ru, вы получите исчерпывающую информацию и сделаете правильный выбор. Спасибо за внимание. С вами был Сусов Алексей и ваш личный эксперт в электронике pult.ru. До свидания.